Есть с ними и танцами встречают африканские мигранты прибавление в своих кругах. Этот малыш родился 26 мая прямо на спасательном судне в Средиземном море. И назвали его Miracle – чудо. Новорожденный весит 2800. По словам местной акушерки, и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. На корабле «Аквариус» работают организации «Врачи без границ» и «SOS Mediterranean». Это уже шестой малыш, родившийся на борту этого судна. Однако первый в этом году. «Аквариус» везет к берегам Сицилии 70 спасенных мигрантов. В целом же за последние три дня гуманитарная организация и итальянская береговая охрана подобрали в море более 1800 беженцев, а также извлекли из воды тело одного погибшего. В этом году поток мигрантов из Ливии в Италию сократился на 85%. Это произошло благодаря тому, что итальянская береговая охрана стала помогать ливийской, а также городам вдоль побережья останавливать лодки еще до того, как они покинут воды Ливии. Однако в последние дни желающих перебраться в Европу по морю снова стало больше. Возможно, из-за хорошей погоды.